Итак, уважаемые друзья, я рада всех приветствовать на сегодняшнем вечере, рада приветствовать партнеров компании, а также всех тех, кто был сегодня приглашен на эту презентацию. И с удовольствием мы сегодня поделимся той информацией, которая уникальная информация, которая есть. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами до самого конца, потому что будет много интересных новостей. И, конечно, перед началом нашей презентации инновационной технологии Web 4.0 от компании DexNet. Я хочу предупредить всех, что компания Dex Freedom Marketing Ltd. не является инвестиционной компанией, не занимается инвестиционной деятельностью и не привлекает никаких инвестиций. Любые платежи, которые совершаются на сайте DexNet, dexfreedom.com, не могут являться и называться инвестициями. Пожалуйста, дорогие друзья, заскриншотьте этот дисклеймер для того, чтобы и вы, и ваши партнеры, и ваши люди, которым вы будете рассказывать эту информацию, чтобы они были в курсе по этому поводу. И я рада всех приветствовать сегодняшним вечером. И я рада представить нашего первого спикера, который сегодня будет выступать, прекрасного человека, великолепного стратега, бизнесмена, который руководил предприятием более 700 человек. 23 года он посвятил своей жизни бизнесу, развитию бизнеса в разных областях. Создал коттеджный поселок «Хорошее место», заработал 1 миллион рублей в кризис 2008 года и создал свой отдел продаж из 3000 партнеров. И сегодня я приглашаю Дмитрия выступить и передаю, Дмитрий, тебе слово. Евгения, благодарю тебя за такое шикарное представление. Тут пару поправок. Не миллион рублей, а $1 миллион. Первый в 2008 году на сделках с недвижимостью ко мне пришел. И вот не 23 года в бизнесе, а уже больше, получается, с 23 лет я занимаюсь бизнесом. А до 23 лет я успешно, упорно трудился, делал карьеру, рос по карьере, ну и потом пришел. Меня, кстати, вдохновила очень книга Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Вот после того, как я ее прочел, я уволился ровно через 2 месяца, а 2 месяца потратил на составление бизнес-плана. Друзья, здесь на этом слайде хочу с вами поделиться, познакомиться, вот почему именно я вам об этом рассказываю, почему я делюсь как спикер, почему вот, я вдохновлен тем, о чем я буду сегодня говорить. Просто чтобы вы понимали, я различные виды бизнеса перепробовал как бизнесмен и разделил их на несколько категорий. Да? Есть бизнесы, которые не связаны с реальной экономикой, в которых нет производства, там нет людей, нет логистики, и которые просто вот рисуют какую-то цифру вам в личном кабинете. Если вы интернет-бизнесмен, вы часто такими встречались проектами и продуктами. Вам рисуют какую-то цифру, эта цифра растет, какие-то проценты приходят. И мне такие предложения, как бизнесмену, очень часто поступают ввиду слишком большого количества коммуникаций. И вот я всегда говорю в таком случае, друзья, а какую ценность несет ваш бизнес? Или какую проблему он решает для человека? А полезно ли это всем людям на планете? И я не получаю для себя утвердительных ответов от тех предложений, которые мне поступают. И, соответственно, для меня очень важно, как для человека, который строитель, как для человека, который бизнесмен, стратег, очень важно, связан ли бизнес с реальной экономикой. Несет ли он пользу человеку? Какую ценность он предоставляет вообще для планеты? И кто у этого бизнеса ключевые партнеры? Какие крупные, может быть, инвесторы или компании заинтересовались этим бизнесом? И я нашел для себя ответы и нашел для себя точку приложения усилий. Именно об этом мы сегодня поговорим. Ответы о том, что есть бизнес, который связан с реальной экономикой, он полезен для всего человечества, для каждого человека на Земле, несет большую, большую ценность, дает людям свободу, безопасность, деньги,
свободу коммуникации, безопасность хранения данных и возможность очень много заработать. А вы знаете, что если очень что-то полезное для людей, если оно что-то очень ценное, то это обязательно нужно всем людям, и обязательно это принесет большой успех основателям и огромные деньги, огромную пользу. Чем больше пользы, тем больше денег. Вот главный инсайт. Вспомните такие компании, как Apple, Google, Amazon, Alibaba, AliExpress. Эти компании дали людям то, что им нужно, и, соответственно, выросли в гигантские триллионные корпорации. То же самое происходит прямо сегодня, прямо сейчас в том бизнесе, которым мы вдохновлены. Это маленькая компания разрастается на наших глазах в международную корпорацию, в глобальную корпорацию, которая несет пользу каждому человеку на Земле. И поэтому с таким вдохновением мы об этом сегодня говорим. О чем же идет речь? Речь идет о том, что мы настолько сегодня привыкли к интернету, настолько интернет стал незаменимой частью нашей жизни, что без интернета мы уже свою жизнь не представляем. Хотя 25 лет назад его еще не было, просто не существовало. Мы все звонили через такие вот телефоны, кто еще застал это время. И никаких не было видеозвонков, никаких интернациональных коммуникаций, этого ничего не было. И вот появился интернет и дал людям просто невероятный прорыв супервозможностей. Различные мессенджеры, различные банковские приложения. Теперь мы отправляем деньги в один клик. Криптовалюты максимально удобно, комфортно. Заказ еды, все моментально приезжает. Коммуникация. И искусственный интеллект, мы уже общаемся со всеми странами на всех языках, то есть невероятный просто прорыв и невероятный комфорт, невероятные удобства пришли в жизнь человека вместе с интернетом. Но сам интернет, он что-то хотя бы дает человеку? Нет, он ему ничего не дает, дают сервисы. Интернет – это платформа, а сервисы – это то, что делает жизнь человека удобней, прекрасней, ярче и комфортней. И вместе с этими сервисами в эту глобальную паутину попадают наши персональные данные – Big Data. То есть наша информация о банках, платежах, имени, почтах электронных, кошельках, картах – все уходит в интернет и все ложится на какие-то сервера, на какие-то хранилища, на которых эта информация хранится. И вместе с этим появляются некоторые дискомфортные и для нас с вами неудобные последствия. Например, бизнес, который сосредоточил свои данные на каком-то крупном сервере, может этот сервер хранить у себя, там, в подвале прятать, в офисе, под 7 замками. Но если к этому бизнесу вдруг приходят и изымают сервер, то такой бизнес теряет полностью клиентскую базу, теряет свою бухгалтерию, отчетность клиентов и становится парализован. Это проблема бизнеса, действительно. Бизнес стремится спрятать свои сервера на удаленные сервера, такие корпорации, как Google, Apple, там, Hetzner, различные другие. И эти корпорации, эти крупные владельцы больших серверов, они получают доступ ко всей информации, ко всей клиентской базе, ко всем вашим файлам, ко всем вашим фотографиям, к любым вашим сообщениям, которые вы отправляете в интернет. И сотрудники, порядочные или непорядочные, правдами или неправдами, этими вашими данными могут завладеть и начать ими как-то распоряжаться. Соответственно, отсюда вытекают проблемы. Деньги с криптокошельков воруют, интернет отключают, кабели перебивают. И мы от этого с вами страдаем, потому что мы очень сильно привыкли к тому комфорту, который нам с вами дал интернет. Изымают, воруют целые там банковские базы данных больших банков, и тогда возникают какие-то различные схемы. Вот социальные сети также владеют нашей информацией, пытаются управлять нашей психикой, то есть вместе с невероятным комфортом и удобством в нашу жизнь вместе с интернетом приходят и какие-то дискомфортные ситуации, от которых никуда не деться, то есть они есть, это
как говорится, проза жизни. И нам с вами предстоит сделать выбор, осознанно или неосознанно, в том, куда мы с вами идем дальше. Дальше, если мы не делаем никакого выбора, то выбор делают за нас. За нас выбор делают корпорации, за нас выбор делают транснациональные бизнесы и те, кто владеют интернетом, и они нас ведут плавно и очень медленно в сторону цифрового рабства. Например, в Китае уже введены социальные рейтинги, люди не могут подойти к отелю или к банку с низким социальным рейтингом. В некоторых странах вам, простому человеку, запрещают смотреть ту или иную информацию в интернете. В некоторых странах вам, простому человеку, запрещают пользоваться теми или иными мессенджерами. И вам что-то предлагают, то есть вам направляют, плавно вас погружают в сторону потихонечку цифровой валюты, цифрового рабства и различных вот таких вот ограничений. Но человек – это такое по природе своей существо, который больше всего на свете ценит свободу. Свобода, истинная свобода – это самая большая ценность человека. И за свободу всегда человек боролся во все времена. И в эпоху интернета осознанные люди выбирают тоже свободу. Свободу коммуникации, свободу переговоров, свободу пользования криптовалютами, свободу, где отсутствуют ограничения. И, конечно же, эти люди выбирают безопасность. Свобода и безопасность – это две базовые ценности, которые самые фундаментальные, самые главные для человека. И именно эти ценности и дает человеку новая технология DexNet. Об этом мы сегодня поговорим, о свободе и безопасности. DexNet – это огромное глобальное DEX-облако, децентрализованное хранилище данных, состоящая из сети микросерверов, и эта технология, технология DexNet, вот эти микросервера, они создают условия и платформу для создания глобального DEX-интернета, свободного интернета, автономного и безопасного. И сегодня мы разберемся, как это происходит. Основал технологию DexNet и разработал Алексей Кидо. Он имеет три образования – юридическое, военное и экономическое. И когда-то, несколько лет назад, еще лет 7-8 назад, он работал системным администратором в одной из IT-компаний, в которой как раз-таки изъяли сервер. И тогда очень сильная головная боль свалилась на плечи Алексея. То есть изъяли сервер, бизнес парализован. Он тогда для себя еще тогда решил, что разработает, создаст, найдет, каким-то образом решит, как сделать сервер абсолютно неуязвимым, абсолютно безопасным и абсолютно свободным, и как физически, так и юридически. И вот что у него получилось. Сначала он хотел сделать для себя 500 вот таких метабоксов для развертывания своей вселенной. Когда сделал, оказалось, что это нужно всем, всему миру. И вот что у него получилось. Вот такое устройство, которое вы видите сейчас на экране, DexNode. Оно имеет 4 канала связи, в отличие от каких-то любых серверов. Сервер имеет, обычный сервер имеет один канал связи, интернет. То есть включился в интернет и по нему работает. А DexNode – это микросервер, вот такой вот микросервер. Ему, он имеет 4 канала связи, первый из которых Dex One – это радиоканал, то есть устройства могут связаться друг с другом на расстоянии 5,5 километров, могут видеть друг друга, коммуницировать друг с другом, объединяться в сеть, такие вот участки, которые они покрывают в кластеры, потом возрастаться эти кластеры могут, когда устройств становится может много, и они могут общаться через радиоканал абсолютно без интернета и без каких-либо других способов связи. Это разрешенный канал, рациями, и этим каналом общаются все во всем мире, дальнобойщики, туристы, рыбаки, туристы, там, в общем, все кто угодно. Низкоорбитальный канал спутниковой связи SWARM – это закрытая локальная сеть, спутники опоясывают Землю,
компания принадлежит Илону Маску, компании SpaceX, и Dexnet удалось к этой компании подключиться. Как она ее использует? Свармы-спутники не дают интернета. Это не надо путать, пожалуйста, с Starlink'ом. То есть спутники Swarm передают только ключи шифрования и используются для определения координат. Их используют транспортные компании, которые перевозят контейнеры, танкеры с ресурсами. Соответственно, подключение к этой спутниковой сети Swarm позволило нодам быстро обнаруживать друг друга и ядро, интеллектуальное ядро, вынести в такое вот в DEX-облако. Компания использует Swarm опционально, не во всех нодах, а только до 50 своих личных устройств, которые разбрасывает по всей планете. Публичный интернет, который мы все прекрасно знаем, используется как главная магистраль для передачи данных, и GSM-канал всех диапазонов абсолютно, там 2G, 3G, 4G, 5G, все виды GSM-а. Вот эти вот как раз две антенки, которые по бокам находятся, слева и справа маленькие, это GSM-модули 2G, 3G, 4G и 5G. Соответственно, это сервисный канал, который нода использует для того, чтобы по нему передавать ключи. То есть, когда у нас контейнер с данными идет по магистрали интернет, а ключ к этому контейнеру идет через другой канал связи, радио или GSM, у нас исключается перехват данных. Что может перехватить перехватчик? Кусочек информации, но без ключа. Либо ключ, но нет самой информации, так как потоки каналов разъединились. Вот так выглядят первые DEX-ноды изнутри. Соответственно, кому же нужен такой DEX-интернет или такая платформа для хранения данных? Давайте разберемся. Обычный интернет, обычные серверы имеют уязвимость, как я уже сказал, физическую, так и юридическую. Их можно заблокировать постановлением, санкциями, чем угодно. Большие дата-центры, если вдруг с ними что-то происходит, вот как недавние обрывы кабелей, да, там пиратами или террористами, отключают целые страны, и, соответственно, это большой дисбаланс для общества. Они доступны, данные можно воровать, сливать. Соответственно, централизованные платформы создают точки уязвимости, и такие вот блокчейны там, или ну, любые сервисы, которые вот на таких глобальных серверах, они просто вот недавно, вчера там выключался Инстаграм. Да, для кого-то это проблема, для кого-то нет. Ну, чем это связано как раз-таки с повреждением глобальных серверов? Преимущество DEX Cloud и интернета Web 4.0 – это юридическая и физическая неуязвимость. Как это происходит? Представьте, что большой глобальный сервер разбили на 1000 вот таких микросерверов, маленьких серверов. Эти микросервера разлетелись тысячи уголков нашей планеты в разные страны, на разные континенты, разным людям и объединились в глобальную сеть. И тогда, когда вы загружаете ваш файл, он сначала архивируется, бьется на 1000 маленьких кусочков, фрагментов. Эти фрагменты отправляются на 1000 устройств и там дополнительно копируются 5 раз. А в этом случае информация не лежит где-то в каком-то определенном месте. Она распылена. Ключи тоже идут альтернативными каналами связи. Если вам информация нужна, скорость ее получения в 5 раз выше, чем скорость ее загрузки. Потому что вашей информации каждого кусочка по 5 копий. Соответственно, вы как через торрент, вы знаете, что такое торрент, вы просто быстро скачиваете информацию, а если ваша нода еще с кем-то на 5,5 километров коммуницирует, то еще быстрее, и таким образом доступ к информации имеете только вы. Это как будто у вас флешка на шее висит с вашей информацией, доступ только у вас. Только если эту флешку вывести в DEX-облако, в вашей голове остается ключ, которым вы открываете DEX-облако, и информация в полной, тотальной, глобальной неуязвимости. То есть это юридическое и физическое отсутствие любых уязвимостей.
анонимность, безопасность ваших персональных данных, высочайший уровень конфиденциальности защиты, защиты от взлома, краж. И это очень выгодно и очень вкусный и лакомый сервис Dexnet для любых блокчейнов. Любой блокчейн, который переедет на Dexnet, получит тотальную глобальную неуязвимость. И, конечно же, Dexnet сам готовит свой блокчейн для того, чтобы это был первый в мире по-настоящему безопасный, неуязвимый, автономный блокчейн нового поколения, но об этом чуточку позже. Эта технология нашла поддержку наследного принца семьи Эмирата Умм Аль-Квейн. Соответственно, разработчику Dexnet поступило предложение перевести всю технологию разработчиков и приехать самому в Дубай, получить здесь офис, запустить производство и именно отсюда масштабировать технологию на весь мир. Согласитесь, это глобальная поддержка. Это мне, как бизнесмену, говорит о том, что технология оценена не только разработчиком, но и другими влиятельными людьми, которые к ней проявили крайний интерес и готовы поставлять корпоративных клиентов, как раз таки, которые и будут размещать на технологии Dexnet свои хранилища, свою big data. Один из корпоративных клиентов – это фонд Profix One. Он первый заинтересовался технологией Dexnet. Он искал для себя решение, поскольку Profix One управляет капиталом инвесторов, ведет открытую постоянно политику демонстрации своих торговых терминалов, торговых счетов 24/7 в онлайне. Он демонстрирует все сделки. И этому фонду очень необходимо постоянно находиться в рынке. Представьте себе, что трейдер открыл сделку на миллион долларов, и этого трейдера отключают от его платформы, от его терминала. Он управляет деньгами. 5 или 10 минут вне рынка. Вы видели, что вчера происходило на рынке биткоина. 5 или 10 минут цена изменяется кардинально. И, соответственно, если трейдер отключен, а цена в этот момент меняется, он может потерять деньги. А если это не его деньги, а деньги других людей, то это катастрофа для бизнеса. Поэтому для брокера, трейдера, для любого криптобанка, для любой мультитрейдинговой и брокерской платформы крайне необходимо быть постоянно в доступе. И этот постоянный доступ в рынок дает технология Dexnet. Поэтому Profix One в лице компании Dexnet нашел для себя просто мечту, то, что он искал всегда всю жизнь, абсолютную, тотальную защиту для своих активов, для своей big data, для своих клиентов и невероятные возможности быть первым в мире по-настоящему защищенным децентрализованным фондом и выпустить новые продукты брокера, который будет полезен каждому трейдеру и любому человеку на планете. Вот такие у нас партнеры. Этот партнер стал первым инвестором в технологии Dexnet с суммой инвестиций 1 миллион долларов и первым заказчиком технологии Dexnet. То есть он первый будет платить за DexCloud, и, соответственно, первые ноды, там 1000, 2, 3, 5, будут работать именно на Profix One. А следующие 5-10 тысяч вот таких устройств уже будут работать на второго корпоративного клиента. Потом на третьего, на четвертого, на пятого. И все больше корпоративных клиентов будут подключаться к технологии Dexnet для того, чтобы получить именно эти преимущества. Именно тотальную защиту своей Big Data. И вот на этой платформе, как помните, на интернете, на привычном нам с вами, который мы с вами любим, интернете, появились банковские приложения, сервисы различные, доставки, вообще все появилось на интернете, все, что делает нашу жизнь комфортнее. Так и на платформе Dexnet появляются сервисы, которые стучатся сюда и оценивают тотальную неуязвимость этой платформы. И первые сервисы запускает сама компания Dexnet. Это, конечно же, DexCloud. Это самый важный, самый главный сервис, который нужен всем абсолютно на планете, абсолютно безопасное хранение данных. DexMobile становится возможным, этот мобильный оператор,
абсолютно децентрализованный. Это крутое преимущество, где у вас оператор не спрашивает, кто вы, просто вы получаете доступ в интернет, можете выбирать пакеты данных, там, Дубай, Индия, Европа, покупать трафик и пользоваться интернетом без физической сим-карты. Это очень удобно, и это продукт, который вовлечет к нам большое количество клиентов. DexPoint уже доступен для iPhone и уже доступен также и для Android. Подпишитесь на наш официальный телеграм-канал и скачайте, узнайте, как пользоваться этим приложением. Оно уже дает вам без каких-либо оплат просто поток токена DexNet. Токен DexNet – это цифровое золото. Это токен экосистемы DexNet, который можно получать бесплатно, абсолютно, используя приложение DexPoint. Бесплатно получать, выводить на биржу и торговать. DexPoint использует память вашего телефона и берет у вас немножечко гигабайтов памяти взаймы, в аренду. И вам за это платится токен. DexGame – это децентрализованные игры и просто продукт, от которого мне даже удалось не спать несколько дней – это Dex Wallet. Невероятный децентрализованный кошелек, который не использует вообще сервера. Просто не использует сервера. Все кошельки, которые мы любим, Trust Wallet, MetaMask, там, любая биржа, она грузит свой интерфейс на какой-то сервер. То есть можно отключить сервер, отключится кошелек. Dex Wallet не использует сервера. Он их просто минует. Как он это делает, расскажет сам разработчик. Я знаю, что в Dex Wallet можно установить несколько пин-кодов. Допустим, пин-код там один, он открывает вам один кошелек. Пин-код 2 открывает вам другие ваши там три кошелька. Пин-код 3 открывает вам все ваши кошельки. И в зависимости от ситуации вы можете открывать те или иные кошельки. Это очень удобно. Прямо через Dex Wallet за криптовалюту можно купить акции Apple или золото, или нефть. То есть это просто невероятные функции. Здесь в Dex Wallet впервые вообще в криптовалютных кошельках вот эта комиссия распределяется по партнерской программе. Соответственно, сюда вольется весь, просто весь крипторынок. А это уже даже не миллион, это десятки, сотни миллионов человек, которым будет предложен этот кошелек. И разработчик Алексей Кидо настолько уверен в этом кошельке, что готов просто просто запускать. Но он сам расскажет об этом, какие провокационные конкурсы с тем, чтобы другим разработчикам тоже доказать, что просто невозможно сломать этот кошелек, можно сломать блокчейн. Можно сломать блокчейн, расковырять блокчейн, залезть на блокчейн и его сломать, но кошелек нет. Это просто победа над всеми вообще существующими видами кошельков, которые только существовали и будут существовать. Это новость вот тем, кто это понимает, она просто не дает спать. Dex Messenger, я уже даже не говорю о новых сервисах, которые готовятся. Представьте, что у вас установлен Dex Messenger, и вот эти ноды общаются между друг другом на расстоянии 5,5 километров. То есть между владельцами нод может быть организована связь. И представьте, что наступил blackout. То есть нет электричества, нет интернета, нет связи, нет спутников, ничего. Просто какие-то катастрофы. Вы подключаете к ноде Powerbank, как я сейчас. Другие люди также это делают. И через Dex Messenger могут общаться между собой владельцы DexNode. А если это миллион человек, то миллион человек на связи. А это просто спасение в случае, не дай бог, каких-то blackout ситуаций. То есть либо у вас никакой связи нет вообще, либо у вас есть связь с миллионом человек, обладателями DexNode. Что для вас лучше? Быть без связи или иметь за эту защиту, эту страховку, эту гарантию в виде Dex Messenger? Dex Blockchain я уже рассказал, Dex Metaverse и Dex Point – это те тоже приложения, которые будут выходить по дорожной карте развития DexNet. Обязательно следите за нашей дорожной картой. Миссия DexNet – это
сделать хранение данных децентрализованным, безопасным и приватным, обеспечить выплату дохода всем участникам платформы Dexnet и создать в итоге интернет Web 4.0, когда этих устройств будет очень много и когда они объединятся в кластеры. Dex Freedom Marketing Ltd. – это наша с вами компания, партнерами которой мы являемся. И я, конечно же, вдохновлен продвигать эту компанию от всего сердца, от всей души, именно поскольку здесь для меня, как для бизнесмена, имеются все необходимые условия. Это глобальный международный рынок на всех языках, продукт, связанный с реальной экономикой, четкая технология, которая нужна всем, польза всему миру и огромные амбиции у компании именно Dex Freedom с ее эксклюзивными условиями по продвижению. Технологию Dexnet может продавать все, кто угодно, но именно партнерской программе Dex Freedom, партнерами которой мы с вами являемся, есть эксклюзив, о котором можно узнать на наших встречах по партнерскому бизнесу. Кому же интересна продажа вот таких вот устройств или покупка вот такой Dexnode? Да любому человеку, который просто не хочет ни в чем разбираться, просто любит инновации, новинки, новые технологии, постоянный доход, любит получать вознаграждение в токенах. Просто человеку нравится постоянно иметь доход. Ручейки дохода, разные ручейки дохода. Купил, включил, получаешь токен. Все просто. Второе. Кто начинает пользоваться сервисами? Эти люди оценивают сервисы, покупают токены на бирже, либо опять-таки получают их отсюда, из устройства. Не надо покупать токен, просто подключи устройство и токеном оплачивай любые сервисы. И те, кто хочет присоединиться в команду продвижения. Помните, когда-то 10 лет назад смеялись над биткоин-энтузиастами, биткоин-евангелистами, криптоевангелистами. И первая сделка по покупке биткоина прошла 45 тысяч биткоинов за одну пиццу. Да? Это было смешно 10 лет назад. В это никто не вникал, не верил. И это было, ну, казалось, это просто там какая-то хохма. Что такое криптовалюта? Но сегодня эти люди уже купили себе острова, построили небоскребы, летают на частных самолетах, и это уважаемые люди, владельцы биткоина. Соответственно, когда врывается на рынок новая прорывная технология, то она встречает такую вот как бы стену из сопротивления, непринятия. Людям, ну, не нравится что-то новое, они не верят в это, что вообще это возможно. Просто это кажется каким-то сумасбродством. Вот поверьте мне, 20 лет назад говорили, что японцы общаются по видеосвязи через телефон. Я не верил в это. Как через телефон можно по видеосвязи общаться? Я считал это фантастикой. Сегодня уже без телефона не могу жить. То есть 10 лет нам назад говорили, что биткоин – это цифровое золото. Но мы не верили, у нас с вами нет с вами вагонов биткоина. А сегодня мы говорим о том, что это тотально технология, которая дает каждому человеку безопасность, свободу и деньги. И она нужна каждую семью вообще во всем мире, в каждый дом, в каждую квартиру и каждому человеку. И мы такое же встречаем сопротивление. Но те люди, которые идут вперед, и те люди, которые вдохновлены, то есть этой технологией, эти люди заработают миллионы долларов на продвижение этой технологии, потому что они первые, а первые собирают весь урожай. Выгоды приобретения Dexnode прямо сейчас. Постоянное вознаграждение в токенах. Сегодня оплатил, сегодня заказал. 3-5 дней, там, неделя-две, посылка к вам пришла в любую точку мира, включил, получаешь токены. Все, у тебя есть приоритетный доступ к сервисам Dexnet. У тебя есть 20 гигабайт безоплатного доступного DexCloud. Тестируй, пользуйся, пробуй. Нужно будет, можешь докупить за токены. У тебя есть безопасность и анонимность, и у тебя есть наличие связи при blackout. Чего нету остальных? Вот такие выгоды. Как можно зарабатывать? Да просто разрабатывать сервисы и приложения, которых будет масса, не только 5, о которых я сказал. Просто купить устройство и получать вознаграждение в токенах, ни во что не вникая.
и продвигать устройство, используя партнерскую программу именно DEX Freedom и используя ее эксклюзивные выгоды и преимущества. Цель компании DEX Freedom – продать миллиард DEX Node за 10 лет. Миллиард других устройств DEX Net за 10 лет будут и меньше, и больше. То есть, но Apple и Samsung удалось уже по 2 миллиарда продать устройств. Поэтому DEX Net ставит чуть поскромнее цели. 1 миллиард. Мы знаем, что в мире 5 миллиардов IP-адресов. То есть 5 миллиардов человек пользуются интернетом. Значит, у них есть семьи, дома, квартиры. И мы спокойно можем продать миллиард устройств за 10 лет. Это может кому-то казаться сумасбродством, но все великие открытия на планете Земля, все великие сооружения, здания, там, электростанции, мосты, все это было создано безумцами. Теми, кто поверил в то, что он может это сделать. Здесь, на этом вебинаре, те, кто верят в то, что делают каждый день. Верят в себя, верят в продукт и технологию, и верят в команду и людей, которые здесь находятся. Уже состоялось грандиозное открытие 15 декабря. Запуск компании DEXnet в Дубае. Приехали 350 человек из различных стран и государств. Был также наследный принц Эмиратов Мальквайн со своими друзьями, со своей бизнес-командой. Были и многие наши партнеры. DEX нода стоит всего-навсего 1500 USDT. Это криптовалюта, понятна всему миру. Это эквивалент $1500. То есть это равнозначно тому, сколько стоит ваш iPhone. То есть вы можете купить iPhone, а их уже продано 2 миллиарда. А можете купить DEX ноду. Только iPhone у вас будет, ну, как бы давать вам комфорт и удобство, а DEX нода будет вам давать безопасность, свободу, еще и деньги. Постоянно будет вам платить за то, что вы ее включили. Кому нужно больше, тариф 2, 5 и скоро 30 DEX нод, у кого не хватает, недостаточно или копит пока авансовый тариф 500, платите аванс, в течение года можно доплатить, вы застрахованы от поднятия стоимости DEX ноды. Также для тех, кто вдохновлен и желает продвигать технологию DEXnet, у нас есть специальная автоматизированная партнерская программа с специальной единой системой автоматизации бизнеса. То есть вам ничего придумывать не надо. У вас есть уже велосипед, который вы садитесь и просто крутите педали. Вы через какую-то, вас кто-то пригласил, где-то узнали информацию, что-то услышали, то есть это точка один, вы как трафик пришли на этот вебинар или в систему автоматизации, у вас появился Telegram-помощник, вы пообщались с каким-то человеком, который вам презентовал технологию DEXnet, вы перешли на вебинар, посмотрели презентацию, оплатили устройство, прошли там все необходимые обучения, и у вас появилось то же самое. Вы можете запускать трафик и все это копировать бесконечно. Наша уникальная партнерская программа имеет уникальные и подарки деньгами в личном кабинете. То есть, начиная от айфона, дальше продолжая ноутбук, часы, мотоцикл, автомобиль стоимостью $50 000, автомобиль за $100 000, дом за $200 000, яхта и процент от товарооборота, от прибыли всей компании. Все эти призы вы можете получить, просто делая свое любимое дело. Просто вы, когда приобретаете устройство DEX нода, оно у вас дома стоит. Ну, у меня это образец такой прозрачный, выставочный. У вас, ну, такой будет черный, красивый образец. Он стоит у вас дома, и к вам приходят ваши друзья и знакомые, спрашивают: а что это? А вы им говорите: а это машинка по зарабатыванию денег. Так говорят наши партнеры, просто в шутку, просто упрощая все. А как это? А вот это мне дает свободу, безопасность и деньги. А вот я пользуюсь сервисами. И вам ваши друзья и знакомые говорят: я тоже хочу. С этого момента это ваши партнеры, это ваша команда, бизнес-команда. Они заказывают устройство, вы включаетесь в поток
нашей команды и начинаете получать все больше и больше призов, бонусов. Можете даже стать профессионалом, можете даже, как наши бизнесмены, начать зарабатывать большие, огромные деньги. У нас был отчет на этой неделе, уже более 300 тысяч долларов наши партнеры заработали за время продвижения технологии DexNet, которые получат не когда-то потом, а которые уже получили и потратили на любые свои нужды. И сейчас я хочу пригласить наших партнеров, прежде чем перейду к новостям, к просто новостям, вот, которые мне не дают покоя, не дают спать, к этим новостям, которые нам позволят удесятерить просто наши продажи, к этим рычагам, которые у нас есть по продвижению технологии DexNet, я готов предложить пригласить наших партнеров, которые так же, как я, вдохновлены и поделятся с вами своим видением, почему они продвигают технологии DexNet. Евгения, добро пожаловать. Дмитрий, благодарю тебя, за что передал мне слово. Действительно, когда я узнала об этой технологии, когда я узнала о компании, это было в прошлом году, весной прошлого года, да, скоро будет уже год, как я в компании. Конечно, в тот момент я путешествовала, и в каждом городе, в каждой стране была задача быть на связи со своими близкими, со своими родными, была задача быть с интернетом, и, конечно, когда я узнала о компании, это меня вдохновило, что будет создаваться новая связь, новый интернет, и также различные сервисы, в том числе мобильный сервис, который будет позволять быть в любой стране с одним и тем же номером телефона, быть всегда на связи, получать все самое лучшее, да, и интернет, и мобильную связь. И, конечно, мое решение было положительным, да, я обратила свой взгляд в сторону компании, затем стала партнером, и сейчас я вижу, как у нас вдохновленные партнеры в разных городах, в разных странах уже получают DexNode, и я благодарю тебя за оперативную доставку также DexNode в город Сочи, в котором я проживаю. Она у меня уже включена, она стоит, работает, она приносит токены. И это так классно понимать, что это движение, которое уже по всей планете быстро-быстро распространяется, да, и мы сейчас вот каждый день начинаем получать разные отзывы партнеров, разные видео, да, в разных городах, в разных странах, понимаешь, на самом деле какая-то масштабная история всех нас ожидает. Поэтому, дорогие друзья, я, конечно, буду рада и видеть тех, кто будет прилетать в Сочи, да, среди наших партнеров лично, встретиться, познакомиться. И также мы понимаем, что мы будем путешествовать с вами по разным городам и странам, и тоже будем встречаться со всеми нашими партнерами. Всех благодарю и передаю слово дальше нашим партнерам. Дальше хочу передать слово Александру. Александр, если ты готов, то включайся. Чем ты вдохновлен? Поделись, пожалуйста, с нами. Кто ты, откуда? Добрый вечер, дорогие друзья, всем привет, меня зовут Александр, я живу в городе Симферополь, Республика Крым, и первым делом я бы хотел, Дим, поблагодарить тебя за сегодняшнюю презентацию, за твой сегодняшний рассказ, я его слушаю и ловлю себя на мысли, что если бы я сейчас не был партнером, я бы после презентации точно написал бы и узнал, и начал бы разбираться, как это было 8 месяцев назад, когда я впервые услышал подобную презентацию, но когда еще не было, да, практически ничего, еще была такая идея только и горстка энтузиазма, которые рассказывали с вдохновлением о том, что нас ждет впереди. А сейчас я уже вижу, что фактически разворачивается сеть, да, уже доставляются устройства, и все уже происходит просто мега какой-то рост. И я тебя ловлю на мысли о том, что я попадаю в эту такую технологическую спираль уже не первый раз в своей жизни. Объясню чуть подробнее. Дело в том, что ты очень много рассказал про разные компании, как они появлялись, да, как компания там, Apple развивалась в гараже, как Билл Гейтс в 80-х годах рассказывал на американском телевидении, что компьютер будет в каждом доме, люди будут связываться по видео, а зал в этот момент смеялся и не представлял, зачем им компьютер в доме, когда есть телевизор. Да? Вот, я лично сталкивался с тем, что я в 2008 году работал в сфере мобильных телефонов, да, мы продавали мобильные устройства, и кто знает, вот кто следил за то, все это время за развитием технологий, знает, что 2008 год – это год появления айфона,
Вот, iPhone мы тоже продавали, точнее, продавали неправильное слово, а правильное слово пытались продать и пытались показать и объяснить людям, что пройдет совсем немного времени, и такими устройствами будут пользоваться все вокруг. Поэтому вот есть прямо сейчас классное устройство, берите, не пожалеете. И люди отказывались. Они не понимали, зачем им нужен телефон без кнопок, они не понимали, как им пользоваться. И они говорили, что вообще это никогда не войдет в моду, потому что кнопка, все понятно. Вот есть телефон, вот есть кнопка, вот есть номер. Набрал, позвонил. Вот. Но несколько лет спустя в офис Apple, да, при старте продаж новой линейки айфонов выстраивались огромные очереди, и сейчас мобильные устройства, вот именно с экраном, да, смартфоны мы называем, есть у всех практически людей, мне кажется, от самого маленького возраста до самого старшего. То есть это стало прям, ну, обычным гаджетом, который есть в каждой семье, а еще и не по одному, да, у нас есть. Но ведь даже сами мобильные телефоны такими были не всегда. То есть 90-е люди тоже не понимали, зачем им мобильный телефон, ведь есть домашний проводной интернет. То есть все технологии развиваются вот прям по одной и той же спирали. Появляется какая-то технология, появляются какие-то энтузиасты, которые ее поддерживают, и приходится очень долго и с огнем в глазах рассказывать о том, как это классно, да, и что все мы будем этим пользоваться, давайте начинать делать это как можно раньше. Да, вот, Дмитрий, это то, о чем я говорю. И еще, возможно, планшет где-то рядышком стоит, да, покрупнее экран. Вот. А второй раз я с этим столкнулся, когда спустя несколько лет после того, как мы не смогли продать айфоны, но потом, естественно, стало устройство популярным, стало продавать само себя уже. А через несколько лет я запускал такую компанию, был тоже в ряде продавцов, тех первых людей, кто рассказывал, как классно ей пользоваться. Кто живет в России, наверняка знает такую компанию, называется она Йота. И начиналась она как компания, которая давала мобильный интернет в точках, где есть покрытие, всем устройствам, включая ноутбуки. И я рассказывал людям, как же удобно на ноутбуке в любом месте города открыть ноутбук и выходить в интернет. И люди мне говорили: нет, это какая-то ерунда, у меня есть домашний интернет, мне этого достаточно. Что мы видим сейчас, что, ну, без интернета мы сейчас, мне кажется, в каменный век автоматически попадем, потому что вся наша жизнь, она прям пропитана насквозь интернетом, здесь банки, мессенджеры, бизнес, коммуникации, развлечения, то есть, ну, вся наша жизнь фактически, она вот сократилась до одного устройства. И тут я узнаю о компании, которая в себе совмещает технологию, причем не просто технологию, а действительно очень классную технологию и необходимую технологию, потому что запрос в обществе есть на вот эту самую децентрализацию. Уже многие сталкивались с различными сложностями, да, с воровством данных, с блокировкой серверов. Лично я столкнулся с ситуацией, когда я не мог оплатить облачное хранилище, да, от компании Microsoft в силу происходящих событий. И у меня просто огромное количество информации, которая мне нужна по бизнесу, оказалась просто заблокирована. Она находится в облаке у компании Microsoft, а оплатить я его не могу, потому что платежи из России больше не проходят. И я понимаю, что интернет стал не только средством коммуникации, да, но и еще определенными рычагами влияния. И тут стало мне чуточку, ну, не по себе. Ну, а когда произошла блокировка действующего президента на тот момент США Дональда Трампа в Твиттере, да, я понял, что что-то с интернетом не так, что-то он развивается не в ту сторону. И вот сейчас появилась компания, которая предлагает альтернативу тому, что есть прямо сейчас. Да, потому что идти в какую-то безальтернативную вещь, которую сейчас нам предлагают крупные корпорации, ну, это фактически расписаться в собственном, в собственном бездействии, то есть, да, и сказать, я не готов что-то менять, за меня пускай решают вот крупные компании, но я так не хочу, и я хочу, чтобы у меня была альтернатива, чтобы у меня была возможность альтернативными способами выходить в интернет, чтобы у меня была возможность альтернативными способами связаться с родными и близкими. И тут появляется компания, которая говорит, что все это можно сделать, и при этом еще на этом можно зарабатывать. И, соответственно, я уделил огромное количество времени тому, чтобы изучить технологию, что называется, именно со стороны технической, потому что, прямо, да, не всем интересно, да, и вообще многие, наверное, не знают, как работает мобильная сеть, там, да, или как работает там сам интернет. Главное нам, что он работает.
А я, у меня такой, видимо, склад ума, что мне всегда хочется разобраться, а как это работает и почему это работает. И вот разобравшись в этом, я понял, что мы находимся, ну, на пороге действительно технологического прорыва, очередного технологического прорыва. И я в этот же момент опять понимаю, что будет, скорее всего, сложно, потому что в первое время люди, скорее всего, будут не понимать, зачем им это нужно. Но, дорогие друзья, у меня лично, например, нет в голове вопроса, будете вы пользоваться теми сервисами, которые будут развернуты на базе технологии Dexnet, или не будете? У меня есть 100% ответ. Будете. 100% будете. Возможно, даже не заметите, как начнете ими пользоваться. Вот. Но прямо сейчас, находясь на этой презентации, вы можете оказаться в начале вот этой цепочки и быть среди тех людей, кто способен эту технологию толкнуть, что называется, в массы и стать свидетелями вот такого грандиозного развития и получить в качестве благодарности, да, хорошую прибавку к своей, может быть, основной зарплате, потому что компания на данный момент готова щедро делиться с теми, кто поддерживает сеть. Так устроена технология блокчейна, которая осуществила тоже, да, прорыв, как вчера все радовались, да, очередная была. Самая большая цена за все время, 69 тысяч долларов, стоил биткоин, а 10 лет назад в него никто не верил, и люди крутили у виска и говорили, да вы что, дурные, никто этим пользоваться не будет. Обратите внимание, это происходит регулярно, такова технологическая спираль. И мы сейчас находимся в самом начале этой спирали, поэтому можем взлетать вместе с вами. Александр, благодарю тебя. Вот у меня есть сложнейший технологический продукт, iPhone. Он гораздо сложнее, чем Dexnode. Но его невозможно там поковырять, открыть и посмотреть, что там внутри у него есть. И я этого не делаю. То есть мне вообще по барабану, как он работает. Мне главное, что он решает мои задачи. Так же и любому человеку. Вообще не важно, как это работает. Это решает задачи человека, которые перед ним стали прямо сейчас. Благодарю тебя. Татьяна. Меня видно? Меня да, слышно? Прекрасно видно. Скажите. Что тебя так вдохновило? Да я вообще просто здесь сижу такая в восторге от вообще презентации, от таких отзывов, потому что после такой развернутой презентации и отзывов я просто представляю, что мне сейчас добавить. Вот. Только если о себе и как я к этому пришла. Вот. Меня зовут Татьяна, я сейчас живу в Ростове-на-Дону, а всю сознательную жизнь, как можно сказать, прожила на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Вот, поэтому хочу поделиться, как и чем меня зацепило это все. Так как я предприниматель, 25 лет работала предпринимателем, и причем одновременно у нас были разные бизнесы, и мы это с супругом вели, поэтому мне очень понятно, вот как развиваются все. Понятно, что у нас маленькие бизнесы, у кого-то они большие, но сам факт развития вот это все. И, конечно, после 25 лет решили чем-то заняться другим. Соответственно, мы начали изучать что-то новое. У нас был сразу такой посыл именно как-то что-то глобальное, быть чему-то причастным глобальному, да, и мы начали изучать, оказалось, что есть много разных технологий тоже в разной сфере, и, соответственно, нам это стало интересно, и мы дальше продолжали. И когда мне поступила информация, благодарю тебя, Дмитрий, за то, что ты все-таки до меня достучался, потому что я, когда посмотрела именно ответы и вопросы Алексея, мне все стало понятно, даже до этого презентацию не смотрела, и меня настолько это зацепило, я понимала, что вот еще одна технология, которой я хочу быть причастна, которая мне нравится, и я понимаю ее перспективы и будущее, что это реально то, что уже нужно было еще вчера всем, вот, как и простому человеку, так и большим корпорациям, фондам, и настолько меня это вдохновило, конечно, я когда стала разбираться, особенно вам большая благодарность, Дмитрий, за то, что вы так развернуто умеете донести информацию по токеномике, чтобы было понятно, для чего этот токен будет, для чего это будет технология. Я просто в восторге. Поэтому я, конечно, сразу с первых же минут поняла, что я буду здесь. И, конечно, я и поэтому приехала и в Дубай, чтобы познакомиться и с Игорем, тот человек, который, как вы рассказывали в интервью, что он просто вложил в эту технологию свои деньги, и почему это он так сделал. Вот. И, конечно, мне хотелось это все видеть воочию и быть на самом историческом событии, это именно на открытии технологии, потому что я понимаю, пройдет там 3, 5, 10 лет, и мы будем
первопроходцы, которые мы в самом начале были, которые вот все это, как можно сказать, ну, выносили, да, потому что я вижу ваш труд, сколько вы там работаете, это всегда я понимаю как предприниматель, я понимаю, что такое построить фундамент. И вот этот момент, это очень классный, и те люди, которые сейчас прислушаются, которые реально, все, что вы сегодня рассказали, это настолько развернуто, что не понять этого нельзя. Поэтому я думаю, что мы, те, кто первопроходцы, они просто будут в итоге просто в этом, как сказать, в шоколаде, космос. Будем так говорить. Да. Татьяна, вопросик нам задали в чат, а будет ли Нода работать в России? У тебя Нода есть? Конечно. Она работает? Да. Токены у меня есть приходят? Да, конечно. Я же привезла с Дубая, когда я приехала в Дубай, мне еще посчастливилось, что я могла с собой ноду забрать. В этот момент, конечно, благодарна вам всем, потому что вы работали там прямо и ночью, Алексей прошивал эти ноды, чтобы мы первые, кто был там, забрали. Это очень было, конечно, очень благодарна вам всем. Я представляю, что это пришлось сделать, но вы хотели, чтобы мы уехали оттуда с нодами. Поэтому я просто в восторге, что она у меня сейчас есть. Я снимала видео, показала, как мне токены начисляются, вот, и как дальше она будет работать, поэтому вообще круто. Татьяна, так что благодарю тебя, благодарю всех, кто дал отзывы, благодарю всех партнеров, кто слушает, верит в нас. Теперь давайте перейдем к интересным событиям, интересным моментам, которые нас ждут. Почему сейчас выгодно приобретать? Не потом, а сейчас вот это устройство. Потому что токен DexNet уже торгуется на бирже. Его не нужно ждать, что компания там спустя полгода или год потом когда-нибудь его залистит. Он уже торгуется на бирже. Уже обороты растут ежесуточно. Торгуется он с 23 ноября. И любой человек сразу же может полученные токены либо продать, либо как-то ими распорядиться как угодно. Чем быстрее вы приобретаете DexNode, тем к более вкусному, более жирному блоку с распределением токенов вы подключаетесь. То есть сначала токенов отдается много, потом все меньше и меньше, поэтому чем быстрее, тем больше у вас цифрового золота. Если вы сделали аванс, то ваша стоимость зафиксирована на год, и даже если подорожают компоненты, будет ажиотаж, будет лавина заказов каких-то, то для вас цена сохраняется на год. И уже 5 инновационных DEX-сервисов стартуют в марте. Март уже сейчас. А это возможность захватить абсолютно весь крипторынок. То есть мы на пороге грандиозной волны продаж на всем крипторынке. Всех наших сервисов и всех наших устройств. А теперь важные новости. Как я уже сказал, первый квартал нас ждет 5 сервисов и 2 события грандиозных в апреле, о которых я сейчас расскажу. И завершится этот первый квартал нашим отдыхом на Мальдивах. Я тоже вам сейчас об этом расскажу. Важные новости с производства. Каждый день 50, 60, а то и 80 устройств уже доставляются ежесуточно, ежедневно. Рассылаются из Дубая. Каждый день команда разработчиков работает над сервисами. А разработчиков раньше было там 23, сейчас их количество растет постоянно. Сегодня, именно сегодня, 50 устройств отправлены и уже выложен отчет в нашем телеграм-канале. Вы можете видеть каждый день, как сколько, какое количество отправляется. Партнеры из Европы и России, со всех стран мира уже получают эти посылки и включают. Уже совсем скоро включится первый блок и начнется большое, вкусное, жирное распределение токенов первого блока. Прямо сейчас запустился флешмоб. Это такая, скажем так, видеоконкурс, в котором можно просто за то, что вы свои эмоции выкладываете на видео, эмоции получения DEX-ноды, эмоции ее включения, распаковки, получить 10 призов. 500, 300, 200 или 100 USDT. Что нужно сделать в этом видео? Уложиться в 3 минуты, то есть не затягивать, рассказать, как вас зовут, какая страна и город,
передать все ваши эмоции от первого получения, первого вручения, первого включения, первой распаковки Dexnode. Конечно же, показать, как вы ее распаковали, достали, получили, включили. И рассказать, зачем вы это приобрели. Скоро 1000 партнеров сделают такие отзывы. Один или два или несколько. Вы можете делать несколько отзывов. Обязательно эти отзывы выкладывайте в вашей социальной сети. И обязательно их присылайте в чат активных партнеров Dex Freedom. Причем это делайте до включения первой 1000 DexNode. Если вы еще не находитесь в этом чате, активные партнеры DexFreedom, но у вас есть любой оплаченный вами тариф, абсолютно любой, хоть какой, то стучитесь к вашим наставникам, вашим пригласителям, и вас добавят в этот чат, где вы будете получать самую свежую, самую актуальную, самую горячую информацию и будете делиться своими впечатлениями, получать ответы на вопросы. Также каждый день утром в 9 утра проходят наши заправки. И на следующей неделе наши заправки станут особенными, потому что завтра в четверг в это же время в 18:00 компания Dex Freedom для своих партнеров, то есть для всех вас, у кого есть любой оплаченный тариф, любой оплаченный продукт, завтра компания Dex Freedom презентует прорывной инновационный, до этого мало какими компаниями использованный инструмент с применением искусственного интеллекта, с применением специальной стратегии. Это своего рода рычаг по захвату рынка. Представьте, что сегодня вы один продвигаете технологию DexNet, но с помощью этого инструмента вы сможете удесятерить свои усилия. То есть за вас будет продвигать технологию разумный интеллект с вашими фото, с вашими видео, через десятки социальных сетей. Просто вы сможете удесятерить. У вас сейчас две руки, а появится 20 рук для этих партнеров, которые будут завтра. Сейчас у вас один рот, а появится 10 ртов, через которые вы будете доносить эту информацию. И вот эта лавина продаж обрушится сейчас на рынок. Все эти заявки, разговоры, переговоры, все это вам поможет обработать умный интеллект. Все это вам может собрать в один ручеек, в один поток информации в вашу автоматизированную систему, о которой мы рассказали. То есть у вас есть у каждого помощник автоматизированная система Dex, и скоро сюда потекут ручейки не из одного источника от вас, а сразу из 10 источников, от 10 ваших помощников. Все это будет направляться в эту автоматизированную систему. То есть завтра мы впервые узнаем и будем знакомиться в дальнейшем на заправках с этим инновационным прорывным инструментом. Поэтому завтра все, кто хочет просто сумасшедшие деньги заработать, все, кто хочет по-настоящему захватить весь рынок, мы ждем вас в 18:00 и будем вам презентовать эту наикрутейшую информацию. Наикрутейший инструмент, легкий, простой, доступный, понятный для тех, кто готов делать бизнес вместе с Dex Freedom. Рычаги продаж в апреле. Конгресс Prosperity в Дубае, мероприятие, на котором выступает хедлайнер Брайан Трейси, международный признанный тренер, бизнес-коуч, мотиватор, автор десятков книг. Это конференция по инвестициям, продажам и личному росту. Приглашаем вас в Дубай 17-18 апреля на одной сцене с Брайан Трейси будет выступать ваш покорный слуга Дмитрий Разумовский и презентовать тем, кто приедет на эту конференцию, технологию Dex. Конференция посвящена инвестициям, продажам и личному росту. То есть это целевая аудитория для сильнейшего развития вашего бизнеса. Будьте с нами, делайте бизнес с нами, и вас ждет успех. А вот 24 и 26 апреля уже технология DexNet корпоративным клиентам, застройщикам,
которые приедут в Дубай, в шикарнейший отель Atlantis Royal. Это один из крутейших, помпезнейших, грандиознейших отелей Дубая на Пальме. Соберет от 40 до 80 застройщиков из 8 стран мира. И там будут происходить корпоративные продажи. Там будет королевская семья, шейх на этом мероприятии. Там будет основатель инвестиционного фонда Игорь Ботнарь. Там будет и разработчик технологии Dexnet Алексей Кидо. И вся наша дружная команда будет продавать эти устройства уже застройщикам. И расширение, более масштабное, более масштабный охват этой технологии на весь мир пойдет более быстрыми, можно сказать, семимильными шагами. Также в апреле пройдет конференция Blockchain Live, на которой мы тоже будем. Поэтому апрель, он супер насыщен событиями. Март тоже невероятно насыщен включением сервисов. И все это, эти все рычаги и инструменты по продажам нам с вами помогут очутиться на Мальдивах. Для тех партнеров, которых вместе со своей командой продают 50 DEX нод, промо Silver, для тех, кто продает 75, промо Gold, и для тех, кто продает 100 нод и более, промо Diamond. У нас уже есть человек в команде, в компании, который выполнил промо Diamond. Вы скоро узнаете о том, кто это за человек. И количество мест на Мальдивах всего лишь 100. Поэтому включайтесь сейчас, у вас есть абсолютно все для того, чтобы оказаться на Мальдивах и узнать там о новых сервисах, провести незабываемое время с нашей дружной командой и просто вот классно отдохнуть. Поэтому, если вы еще не подписались на наши новости, то обязательно подпишитесь на наши официальные каналы на русском и на английском языках. DEX Freedom на русском языке, DEX Freedom на английском. Наводите ваш смартфон на этот QR-код, сканируйте его, подписывайтесь на телеграм-канал. Будьте в курсе самых важных, самых свежих, самых популярных новостей. И приходите завтра к нам в 18:00 и узнайте об инновационном, крутом рычаге для ваших продаж, который мы будем вместе с командой применять и с помощью которого мы будем захватывать весь мир. Благодарю вас за то, что пришли сегодня. Будьте с нами. Радость и развитие – это то, что нас объединяет. И будет вам счастье. На этом все. Пока-пока.